как это два дня назад этот документ, я тоже не могу искать сейчас ни на сторону прокуратуры, ни на сторону Ивана Васильевича. Все вы свою точку зрения аргументированно доказывают. Поэтому я предлагаю, значит, создать рабочую группу депутатов, выслушать обе стороны, разобраться в этих документах. Сегодня нам какие-то еще экспертизы, юридические положения, еще вот проверки прокуратуры. И 17 числа собрать очередное собрание депутатов и принять решение окончательно. 17 число, если мне память не изменяет, будет воскресенье. Раньше, значит, 15. Еще раз говорю, все по району не решается, за полчаса на 10 минут. Здесь много вопросов, которые мы сегодня только первый раз увидели, и это требует обсуждения депутатов. Уважаемые депутаты, я просто вас ставлю в известность. Вот мы сегодня еле-еле собрались 14 человек. Мы просто в другой раз можем не собраться, и вопрос останется просто открытым. Это не является причиной. Вопрос слишком серьезный. Это судьба района, судьба главной администрации, судьба работ, которые сейчас будут, стоят или проходят. Я тогда предлагаю мое предложение. Если на то пошло собраться сейчас, взять перерыв. Давайте сейчас. Перерыв на полчаса, на 20 минут, но это надо обсудить, потому что слишком серьезный вопрос. Нельзя его так решать. Еще есть какие предложения? Пожалуйста. Я упустил из вида, как сказать. Я сделал копию трудовой книги, она здесь в администрации находится. Начиная с 2005 по сегодняшний день, даже после того, как я ушел с войска, я ни одного дня на молотко положить не работал. В 2008 году, в 2009 я открыл индивидуальное предпринимательство и занимался индивидуальным предпринимательством. Можно посмотреть. Здесь, ну, в принципе, средства массовой информации все это уже смотрели. У меня все.